Химки почтили память погибших дней Великой Отечественной. На площади Победы собрались представители администрации, духовенства, депутаты горсовета и горожане. Открыло мероприятие по традиции «Минута молчания». Тамара Макарова родилась в Сталинграде ровно через 5 дней после начала войны. Она практически выросла в степи, куда жители перешли под натиском врага. Берегите землю. Ради Бога, берегите землю от войны. Берегите детей, чтобы у нас больше не повторилось такое, что было в 1941 году. По мнению Александра Дринова, 22 июня забыть нельзя. Нужно помнить, дабы не повторить. Цена за мир и свободу слишком высока. Это день, который, в принципе, забыть нельзя, потому что, представьте себе, школьники фактически с выпускных вечеров почти сразу уходили на фронт. Это день, когда жизнь Советского Союза, советского народа разделилась на, как говорят, до и после. Такого же мнения и Дмитрий Кайгородов. Мы созидаем и растем благодаря противостоянию дедов врагу и их мужеству, благодаря их победе. Безусловно, в этот день памяти и скорби мы вспоминаем всех тех, кто не вернулся с полей, всех тех, кто отдал свою жизнь за мир, за то, чтобы мы сегодня могли созидать. В этот день, конечно же, невозможно не вспомнить и подвиг химчан. Именно на подходе к городу, который, к слову, был создан всего за пару лет до войны, шли ожесточенные бои за Москву.